Всем привет, друзья! Снова на канале Гектор. И, как я и обещал, сегодня мы с вами будем мариновать огурцы по нашему рецепту. Ну, возможно, так делают все, я не знаю. Но почему-то все, кто пробовал наши огурцы, говорят, что у нас самые вкусные. Я не знаю, от чего это зависит. Но раз самые вкусные, значит, покажем, как мы это делаем. Я не умею мариновать, я только учусь. Бабушка будет делать закладку, а дедушка попозже вечером приедет. Будет заливать и, в общем, закатывать банки. Так, банки мы не стерилизуем, сразу говорю. Почему, скажет дедушка вечером. Вот, я не знаю, я так и не понял, почему. В общем, вот. Так, ребята, банка. У нас сегодня банка небольшая. Внутри уже, как видите, лежит то, что мы вчера с вами насобирали. Это листья смородины, лист хрена, тархун, по-другому эстрагон, чеснок и душистый перец. Там же горошками лежит. Вот. В общем, сейчас бабушка все будет аккуратно укладывать в банку. Так, решили не ждать, когда дедушка расскажет. Сразу тогда скажем. Бабушка знает, почему мы не стерилизуем банки. Какой смысл стерильные банки класть не стерильные огурцы, просто вымоченные и вымытые в холодной воде? Мы просто заливаем рассолом два раза. Один раз зальем, стоят огурцы где-то час-полтора, а то и два. И потом заливаем второй раз рассолом, и все, и закатываем. Ну, у нас это дедушка занимается, он у нас закатывает. Мое дело разложить. Этот некрасивый огурчик. В общем, ребята, у нас одна сегодня банка получится? Или одна, верно. А остальные огурцы куда? Сделаем малосольные. Ага. В общем, вот, поэтому мы не закатываем. Ну, а какой смысл, Герман, вот ты сам подумай. В стерильную банку не стерильные огурцы. Ну, девушка говорил, что раньше вы в духовке их стерилизовали. Кого, огурцы? Банки. Дурью молились. Не, ну многие-то стерилизуют, ну, до сих пор. Герман, ну ты согласен? Смысл? Ну, если логически подумать, то согласен. Ну так вот. Смысла нет. У нас ни одна банка не взорвалась никогда. Слава Богу. Рассол всегда как слеза. Хотела запихнуть, но номер не проходит. Может, помидорки маленькие положить? Ну, положи маленькие помидорки. Да, вот сейчас схожу за помидорками. В общем, ребятки, смотрите, вот такая у нас банка с вами получается. Вот. Видите? Ну, решили большие банки не делать. Это и неудобно, они и большие, а маленькие. И огурцов тоже много входит, тем более огурцы небольшие. Вот. И, в общем-то, как-то, не знаю, места меньше занимает. Вот. А так, вон, видите, там внизу и чесночок лежит, и все. Так, бабушка принесла помидорки. Да ладно, зачем ты их моешь? Можно и не мыть, все простерилизуется. Ага. Так, помидорки немножко вот прокалываем. И кладем. Ну, хотя бы две штучки, но это даже... А это я хоть... Так, остальное, короче, в общем, сделаем остаток малосольные огурцы. В общем, вот, ребята, вот так это все выглядит. Значит, мы это дело с вами сделали. Так, ребята, в общем, я не такой прям супер рассказчик про маринованные огурцы. В общем, бабушка сейчас сама будет рассказывать, что она делает. Нормально рассказываешь. Ну. Вот на эту баночку 800 миллилитров воды. Ты говоришь, тогда были не очень соленые, надо послонее, да? Послонее лучше. Ну, такой, я думаю, вот так хватит, я думаю. Хватит. Это же больше полстопки, это, видишь? Это больше, да. Ну, вот и все, давай так сделаем. Да, у тебя вода уже там греется. Она уже сейчас закипает. Ага. Сейчас делаем без уксуса. Только заливаем горячим, ну, кипятком, соленым кипятком. И будет стоять час-два, а можно и...
чуть-чуть побольше. Вот, да, я так понимаю. Пока не остынет, чуть теплая будет баночка, и тогда уже будем закатывать. И тогда уже добавляется уксус. В общем, вода сейчас должна закипеть, да? Ну да. Ага. Ну какая баночка, ребята. Ребята, какая баночка. Прям сочная. Еще я неправильно сделала. Ладно, все. Сейчас надо погреть. Тогда ждем, когда у нас... Бабушка пошла греть банку. Замерзла. Замерзла, да. Ну все, вода у нас закипела. Банку мы нагрели. И теперь, я так понимаю, что мы заливаем воду просто с обычной солью в нашу банку. Господи, благослови. Угу. По самую крышку, ребята, вот так. Все, закрываем и теперь... Ждем дедушку. Ждем дедушку, да. Все. Спеца. Пусть настаивается. Да, около 3 часов. Угу. Так, как вы видите, уже мы сейчас продолжаем колдовать с нашей банкой. Значит, уже дедушка рулит. Сейчас у нас вот эта наша банка с вами, да, с 2 помидорками и огурчиками. Постояла где-то больше 3 часов, как девушка сказала. Часа 3. Около 3 часов. Да, около 3. В общем. Короче, сейчас весь рассол, вот этот, который, да, у нас сейчас находится в банке, мы его выливаем в кастрюлю. Вот, смотрите. Вот так. И снова ставим на плиту и доводим до кипения, да, дед? Правильно понимаю? Кипятим. Кипятим. Ну, пошли кипятить. Сразу покажу, какой штукой будем закручивать банки. Вот такая у нас. Ей уже очень много лет. Чё, дед, достаю, да? Заодно и покажем, как она выглядит. Вот, называется приспособление для закупорки, для закупорки стеклянных банок. Вот. Если мне не изменяет память, она там красная. Да, мне память не изменяет. Она красная. Правда, что-то разболтанная вся уже. В общем, ребята, короче, вот такое вот приспособление. Так, все. Пока ничего не трогаем. Ждем, когда закипит рассол. Так, ребята, все, у нас с вами закипела вода. Нет, не закипела. Но уже на подходе. Да, сейчас самая важная вещь. Что нужно сделать? Подготовить заранее уксус. Уксус мы не кипятим, естественно. Потому что он теряет вкус, ну и как бы, не знаю, кипятить уксус это очень странно. Сколько ты берешь уксуса? Чуть больше полстопки. Чуть больше полстопки? Хорошо. Ты сам откроешь крышку или тебе откроют? Сам откроешь. Вот, ребята, вот так. Скоро баночка запечатается. Но огурцы, ребят, реально, они такие соленые, они такие вкусные, просто прям слов нет. Открывай. Выливаем уксус. Эту-то не взял. Так. И все. Теперь в нашу банку мы вливаем рассол. Ой, он так пахнет обалденно, ребята, вообще. Все. Прям по самую крышку и закрываем. Установили, проверили, что все в порядке. И все, начинаем закрывать нашу банку. Ну все, остальное можно. Вот так вот. Можешь не показывать. Закрываем и все. Ну как можно показывать? Надо показать все полностью, как ты делаешь. Я же специально решил видео сделать. Старое. Поэтому дольше надо крутить, давить. Ну и что, нормально.
Вот, ребятки, такая банка у нас с вами получилась. Ну, сейчас просто проверим, будет она подтекать или нет. Я думаю, что нет. Крышка хорошая, банка хорошая. Вот. Без всяких заморочек, ребята, без всякой стерилизации банки. Не знаю, сколько лет делаем, все в порядке. Ну что, сухо? Так точно. Так точно. И все, теперь нашу банку мы с вами ставим на крышку. Стол или кто куда угодно. На крышку. И все, ребята. Она стоит вверх дном. Вверх дном. А почему? Чтобы крышка не... Ага. Ну как их назвать-то? Ну уж назови как-нибудь. Короче, вверх дном ставим. И вот все, она должна остыть. Так что вот, ребята, вот такой простой рецепт маринованных, обалденно вкусных огурцов. На сегодня все. Всем пока.